Хип-хоп на театральной площади. Так называется пост Искандера Салиходжаева на U-Vision, который привлек внимание пользователей. Речь идет о танцорах из солнечной Филадельфии, которые выступили на открытой сцене Астана Опера. Подробнее моя коллега в обзоре самых обсуждаемых новостей Казнета. Айгуль, тебе слово. Спасибо, Арстан. Внимание юзеров привлек скорее снятый Искандером видеоролик, а не сам пост. По словам автора, хип-хоперы не просто продемонстрировали свои таланты, но и провели ряд мастер-классов. Надо отдать должное гостям из Филадельфии. Выкладывались на все 100. Кстати, желающих посмотреть на танцевальные па было много. Артисты покорили сердца сдержанных астанчан, но ролик понравился всем своей изюминкой. Предлагаю посмотреть. Смотреть отрывок. Я тоже так хочу. Что еще интересного? Ну вот ролик про патриотичную кошку взорвал не только Рунет, но и Казнет. Всего за 3 дня видео набрало около 3000 просмотров. 300 000 просмотров. Хозяева любимого питомца по имени Марго заметили интересную особенность. Как только звучит гимн России, кошка подскакивает на колени. Но лучше это один раз увидеть. Я смотрю, популярность кошек в интернете не скоро угаснет. Сначала героическая кошка Тара спасла своего хозяина от пса, теперь вот Марго популярностью обрастает. Да, это так. Но главной темой в Казнете все же стала интересная фишка сайта Sports.ru, посвященная чемпионату мира по футболу. Называется она «Узнайте свое бразильское имя». Все довольно просто. Пройдя по ссылке, вводите свои фио и любимый номер. Затем кликайте на клавишу «Vamos». Появляется футболка с вариантами имен, которыми могли бы вас наречь, родись вы в Бразилии. Вот таким образом, Арстан, сегодня все мои друзья из соцсетей превратились, вот прочитаю, в Ануарао, Сирикилдо Коста, Айеремито, Айланао и Айдосалдо. А я сейчас заметил, да, если бы ты была, жила в Латинской Америке, тебя бы звали, там вроде было за Айгулео де Перейро. Ну, я не поленилась, Арстан, и забила даже там твое имя. И родись ты в Южной Америке, ты бы был Арстанилсоном Балтизиньо. Вот так. Не самое плохое имя. Да, у меня на этом все. Спасибо. До свидания.